Здравствуйте, компания «Электромотор» предлагает новые аккумуляторы в нашем ассортименте. Это аккумуляторы «Атлас». Сейчас эксперт расскажет немножко более подробную информацию об этой продукции, так сказать. Да. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я сегодня с удовольствием могу вам представить аккумуляторы торговой марки «Атлас». Производитель — корейская компания «Атлас BX». Это один из лидеров в производстве аккумуляторов Южной Кореи и является 8-м производителем в мире по производству батарей аккумуляторных, стартерных аккумуляторов. То есть в данном предложении у нас есть аккумуляторы «Атлас». Это необслуживаемые батареи, кальцинированные. Отличительной чертой является то, что здесь в этих аккумуляторах используется штампованная решетка, которая позволяет гораздо увеличить ресурс работы аккумулятора. Также в этом аккумуляторе есть крышка-лабиринт, которая позволяет электролиту всегда оставаться в банке. То есть происходит замкнутый процесс циркуляции электролита. Там еще глазок есть, да? Да, здесь есть глазок индикатора, который показывает заряд аккумулятора в режиме эксплуатации в течение всего, в принципе, периода эксплуатации аккумулятора. Скажите, гарантия сколько на эти аккумуляторы? Гарантия на данную батарею 2 года. С момента продажи. А есть ли разные у них серии? На сегодняшний день мы привозим две линейки. Это европейская серия для европейских автомобилей и для японо-корейских автомобилей. Угу. Это так называемая G-серия. Угу. То есть она представлена в широкой линейке. То есть, в принципе, покрытие данных аккумуляторов по классификации автомобилей — это порядка 90% всех марок автомобилей. Угу. Спасибо большое за интересную и полезную информацию. Подписывайтесь на наш канал, приобретайте аккумуляторы «Атлас».